Мы будем сейчас делать разворот в ограниченном пространстве. Выполняются три приема. Заезжаем между первым и вторым конусом. Прижимаемся к правой стороне. И на середине, получается, нашего пространства мы будем начинать больше двигать в левую сторону. Нам нужно было с вами сдать задним ходом, если все круто вправо, у нас машина сейчас стоит вот так, но мы должны развернуть. Так как машина будет двигаться у нас вот так, левое зеркало, левый край автомобиля у нас дойдет быстрее до конуса, поэтому мы ориентируемся по левому зеркалу. Когда мы доехали, мы проверяем, хватит ли нам пространства впереди для выезда. Если хватает, то выкручиваем руль влево и выезжаем.